Вы видели, что происходит? Воришка грабит ювелирный магазин. Нужно ему помешать. Срочно! Пульт ставим на паузу. У нас это возможно. Ребята, а вы видели, на чем приехал воришка? На полицейском автомобиле. Точно таком же, как у меня. Нам нужно собрать точно такой же автомобиль и задержать нарушителя. Так, вот моя коробочка с конструктором. Сейчас откроем и соберем. Коробка пуста. Кто-то уже собрал мой автомобиль. Это был он, этот воришка. Он и угнал его. Эх, только полицейский да его собака остались. Да и кучка деталей от других конструкторов. Что же нам делать? А давайте попробуем соберем полицейскую машину из того, что есть. Проявим фантазию. Итак, что нужно для машины в первую очередь? Ну, машина без колес не поедет никуда. Вижу колеса, причем разные, серые и белые. Ха, 4 штуки. Нам подойдет. Ну, и руль, конечно. Как же машина без руля поедет? А прикрепим наш руль на такую платформу. Готово. Так, а что-то мне вот эта деталька напоминает. Как будто бы диванчик или креслице тоже подойдет. Прикрепляем. О, уже похоже на автомобиль. Так, а эти детальки у нас пригодятся для того, чтобы закрепить колеса. Раз и два. Совершенно разные. Это серая, это черная. Но мы ее скрепим. Это сюда, а это, ну, наверное, сюда. О, смотрите, значок полиция и еще какая-то треугольная штукенция. Соединим их, и получится... что же у нас получилось? Так, моторная часть. Вот что получилось. Теперь давайте уже прикрепим колеса, которые у нас есть. Серое колесико и готово. Правда, серое немножечко больше белого, но для нашей машины сойдет. Так, посмотрим, что еще нам нужно. О, вот эта деталь точно напоминает мне лобовое стекло. Попробуем вставить ее. Так, поставили вот сюда. Отлично, подошло. Так, а эти детальки мне напоминают фары. Попробуем прикрепить. Сюда их не прикрепить. Тогда можно прикрепить сюда на лобовое стекло. Пусть светит сверху. Так бывает на машинах. Ну, а эта деталь может стоять здесь. Попробуем. Угу. Теперь нужна крыша. Вот есть черная штукенция, которая сгодится под крышу. Но чего-то не хватает. Это мне напоминает старинный автомобиль. Да-да, еще у них была крыша мягкая. О, смотрите, носилки. Они могут сойти под нашу крышу. Так, прикрепляем наши мягонькие носилочки из, как будто бы из тряпочек на крышу. И получается крыша старинного автомобиля. Так, а что еще бывает на крыше полицейского автомобиля? Мигалка. Точно, мигалка или проблесковый маячок. Так, а вот смотрите, деталь совершенно похожа на лампочку. Можно поставить ее. Так, ух ты, красиво. Так, смотрите-ка, вот эта деталь мне очень что-то напоминает. У старинного автомобиля был клаксон. Это такая труба с резиновой грушей. На нее нажимали, и получился гудок. Так, вот эта деталь, если пофантазировать, очень напоминает рычаг. Поставим ее тоже. О, смотрите, это же номер для автомобиля. Можно его тоже привлечь. Так, закрепляем. Оп, и номер. Так, а вот эти красные штучки мне очень напоминают стоп-сигналы, фары сзади машины, чтобы другие в них не врезались. Готово. Ребята, мы сделали невозможное. Из каких-то лишних деталей собрали полицейский автомобиль. Да еще и старинный. А, подождите, полицейского забыли за руль посадить. Так, ну, готово, можно ехать на вызов. Да, и не забыть отжать паузу, чтобы все было по-честному. А я тебя не боюсь.
Эх, и куда сажать бандита? Мы же совсем не предусмотрели место для задержанного в автомобиле. Вы же совсем забыли про полицейский автомобиль. Теперь он снова мой, и там есть место для задержанного. Опять наручники. Не хочу. Сдаюсь, поехали. Эх, бандит, сломал мигалку мне на машине. Ну, это дело поправимое, главное включить фантазию. Где-то у меня здесь что-то было. О, а вот что у меня есть, ребята. Знаете, откуда я это снял? Со своего велосипеда. Крепим, раз, готово. Ну, поехали.